Леонид Косач. Родился в 1927 году в деревне Громоще Полоцкого района Витебской области. В 1941 году Лёне исполнилось 14 лет. Вместе с отцом собирали оружие, патроны, гранаты, что были брошены на полях сражений. Оружие передавали партизанам. В июне 1942 года Леонид ушел в партизанский отряд имени Калинина. Юноша успешно овладел всеми видами партизанского оружия, был опытным минером, изобрел способ, как одновременно минировать эшелон в двух местах. Был участником многих партизанских диверсий, не раз ходил в разведку во вражеские гарнизоны. В 1944 году он стал командиром отделения группы подрывников. После освобождения Витебщины с частями Красной Армии Леонид ушел на фронт. Он храбро сражался и 19 декабря 1944 года геройски погиб на территории Латвии, где и находится его могила. За боевые подвиги Леонид Косач был награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за боевые заслуги, партизану Отечественной войны второй степени и другими. Его имя занесено в книгу почета Белорусской республиканской пионерской организации, а 14 апреля 1971 года приказом номер 2 зачислен в батальон белорусских «Орлят».